будет, кто пришел, кто не пришел, кто с какого босса. Забери сундука, там что-то осталось. Пустой. В смысле пустой? Он пустой, он пустой стоит, хочешь сказать? Да, он стоит пустой. Да, пустой. Так, ладно. Тимыч. Полумешка. Чё? Полумедведя. Держишь больших. А, нет, не надо, подожди. Не, да-да-да. Полумишки держишь, ковак, танки водишь, будешь водить, ну, больших, и на третьей фазе Джайна держать. Вот, Войд, ты на Джайне. Так, дальше. Кому Джайна нужна? Для чего? Раздавака, ты с нами не пойдешь? Он говорит, вечером не сможет сегодня. Так, кто не был на Жене? Ген. 48, 48 хватит? Нет. Понял. Можно меня на раз-два поменять, раз Джен? Мне все равно нихуя не надо. А это кто говорит? Женек, нет. Женек, вот ты, конечно, нашел. Это босс, на котором Элем — это практически самый важный класс. Элем без зова, не Элем. В смысле право. Без зова? Раздавак вместо Талдорама. Раздавак уврать нельзя. Питрос ролить на Элф. Девка, нельзя раздавак уврать. Если у вас такие есть, значит, с вечернего рейда, бля, только в самую последнюю очередь попадают. А ну окей. Мне все равно. Драгонсен, ты зайдешь. Окей. Ну вы учитываете, что, блядь, в большей степени РДД надо на босс. Плюс побольше друидов. У меня есть сова, 8к ДПС. А, блин, Карин, я про тебя забыл. Точно. Тимыч, это кота. Карина, ты будешь это большой держать. Поставьте почту, у кого есть. Смотрите, Дамару и Драгонсон. А чё, мы в два не будем пробовать? Зачем? Не надо. Да, не надо. Ну, присуманился кто-то сидит. Кто не в первый, не с первого по пятую, тот это на замене. У меня такой вопрос. После Джайны у кого ДП носить будет? Да. Если успеем, то да. Если с первого. Стас? Если с первого пола Джайну убьем, то принесем. И Келя надо. С Дамару пришел сум? Да, пришел. Чек на присутствие. Норти, ты релогаешься? Да, я релогаюсь. Прочитай по меткам. Норти и ДЦ Луна, Денчик Череп, просите в звездочки, в другой Рестор Шаман в трусах. Дальше РДД зона, Девка Череп, Даркес звездочка, Розелина трусы, Локи полумесяц. Амир стоять. Фростгорн. Фростгорн в луне. Адмирал череп. Нет, Фростгорн звездочка, адмирал трусы. Женек в черепе, а старик в полумесяце. Дальше. Миллер не назвал. Да, ну встанешь в череп. Дальше. Никитос. Звездочку проня в трусы. Пухан, звездочка, провокатор, трусы, Тимыч в черепе, Драгонсон в луне. Встаньте сейчас по своим меткам. И Кават, Кават Дамару, да? Дамару, вставай полумесяц, к
кого-то, ты в трусы. Ну и, соответственно, танки там разойдетесь по звезде, черепу, еще какому-нибудь. Проню... Прони сказал, где он стоит? Напротив Никитоса. Про Т5 не забываем, это первый нюанс. Второй нюанс опрот, и третий нюанс. Кто сдохнет на куполе? У кого Т5 и там не работает что-то, пишите себе макрос. Сейчас попишу. Т5 не работает, если ты скилл из Т5 на панельку выносишь, которые появляются, только тогда не работает. Да, то есть если у вас Т5 там кнопки на панельке, у вас кнопка не прожмет. Ну, я так понял, одна и та же кнопка, типа, почему-то. Да-да-да. Кто-то что-то не знает, может, напомнить или объяснить, сразу говорить. Бразилина, с тебя также замедло. На всех фазах. Дамару, третья фаза. Видишь натиск, убегаешь от босса. На луче тоже. И на луче тоже. Либо стой вообще, либо в кресте, либо в квадрате. И на метках тоже. Так. Старик, давай быстрее. Рыбку можешь? Самый важный нюанс — это закрытие метеоров. А рыбу ставили уже или нет? Сейчас да, я сейчас еще поставлю. А, ну поставишь. Отскочу на 37 био. А поставьте нормально ауры, Владин. Найти фул рыбов. Где рыба? Че, ты ставишь рыбу? Я поставлю. Видишь, броню еще не висит. Он рядом с тотемом не стоит. Кушайте. СС, ну смотреть не раскидаете. Будете рачить, зайду я в рейд. Если зайду я в рейд, значит полетит очень. Я по нортике. Можно вам? Женек, прости. Лапу. Жнёк, ждём, а всё тут. Запускай. Сопроты пейте. Так, и пока босс запускает титанку, нужна кому-то? Ну, я мог бы взять на мага. Я всё по анонсу. Только у меня с бури это иногда падается. Нет, крест и квадрат. Крест и квадрат — это позиционка на куполь. Ну, на третьей фазе, короче. Дарк, я смотри, вот сюда выносить лужи, где варп. Посередине, между метками. Да. ДБМ запустим. Ближе к краю. У меня есть. Дай Дмиралу ассист. Ну ладно, значит косты считаем. У меня косты отображаются. Я скажу. Там главное первый ранен. Я могу запустить, если только... Уже поздно. Да, у меня вон идет. Вот я по сокрушителю, может. Милики, маленьких из танков забирайте, не забывайте. Забирай второго.
веди его сюда. Шторм 10 секунд, разбежались. На рендже стоим. Видите локовский портал? Пожалуйста, туда не вставайте. Кучу. Йоу, едали. Сокрушителя на бронику чуть-чуть подбивайте. РДД свечнулись. Этого не бейте, который на броне. Сейчас его заберу. Другого заберет. Окей, не забирай. Шторм 10 секунд, разбежались. На заднем фоне адмирала. Беги, толкай. Куча. Сбивайте этот портал, перебегайте на другую сторону. Инер под ДЦ дайте и попросите. РДД свечнулись. И перебежали на другую сторону. Шторм, набираем дистанцию. Стопните ее. Убейте. Больные, 400 тысяч. Звоните, пожалуйста, убейте. Сейчас вечно бить. Лови. Сейчас будет шторм. Через 15. Открываем его. Разбежались под последний луч и тут же скрывать всех.
Что-то не тело я. РДД свичнулись. Убивайте чудище и вставайте с меня. Набейте маленьких, в которых малых. Что-то не кажется ли в черепе прям дохуя народ? Приготовились прожать по центру экрана сейчас. Лучи. Метки. Метеоризм. Собирайте. Танки. Метеоры. Ну нахрен ты метка в рейд забежала, блядь. Лучи. Понайте. Метки. Метеоры. После метеоров сразу поползут. Что это? Ну потому что... Иннер БДНчику. Прожались. По Денчику говорю, Иннер один залейте. Бэры раздайте. Лучи. Метки. Бери пони. Метеоры. Пони, вставай. Лучи. Ген, мне надо кого бэрить. Драгонцы на себе. Метки. Метеоры. Забирайте. Ползут. Россия, поднимешь потом провокатора. Что случилось? Поднимай провокатора. Метки. Блять, я завис походу. Метеоры. Все, отлаг. Блять, кто этот пламень опять вынес здесь? Играйте. Лучи. Трусы аккуратно за вами лужу. Кого забери? Метки. Метеоры. Лучи. Метки. Ползут. Саш, не словил дебаф? Нет.
Метеоры. Начинаем двигаться потихонечку в крест. Драгон, как ты так два раза от луча и умер? Как ладно. Первый раз я от метеора умер. Сколько до БР? От метеора умер первый раз. Дофига, 7 минут. Дайте СС на Денчика и на еще кому. Норти у тебя есть? Да, Норти есть. У ДЦ есть. По Денчику все сдаются. У кого если есть свободный. Метки. Разбейте сейчас, наберите ремжон. Девка, Простя, Нямка, Стрик, Анзе. Разбили метки. Быстро делайте. Натиск. Плотно встаньте в метку. Луч. Стоим. Натиск. Герой, луч. Раны Геру. Крест, сместитесь. Луч. Хуяси. Бегите. Буря, Локи, Женек. Прохил. Луч. Станьте сейчас поплотнее, пожалуйста. Это пизда. Пизда, все падает. Очень тяжело. Бейте. Куда падать? Бейте. Хильте, бейте. Купол сейчас будет. Убежали на краешек. Тест-драйв на куполе, что ли? Сейчас вернуться. Слишком быстро не вижу. Хочешь ли 30 лямов снести? Да спокойно. Там до берсит дофига. Там не просто берсит минут. Говорит. Я говорю про прохил. Шайкас, ты сбивать два шамана живые. Тебе два хила осталось. Ямы тоже могут. Рога может. ДКшки могут. Два хила у вас осталось. Тогда они да, просто ложить. Не прохилят. Ложите. А что с лучом было? С двумя лучами прощения. Возможно, пет был. Собака чья-то была локовская возле босса. Там всегда собаки стоят, на собак никогда не агрится. Агрится редко, но агрится. Сейчас посмотрю по стриму. Хантам локом начисли по 250 плюс. За что, подожди, за что ты начисляешь? Мой пет всегда при мне. Ну, блять, факт в том, что в пет. Ну, хули, блять, я всегда его привязываю на джайне. Если это один хил, получает пиздов все, так что... А в чем здесь, блять, моя собака, вообще не пойму.
Не, мне-то похуй, в принципе. Ебашьте сколько угодно. Просто я о том, это что, блядь, это хуйня. Адмирал, посмотришь. Разбираться не буду. Я был с ними видел, что два луча, что петов. Это первый нюанс. Второй нюанс. Драгон цену 500, блядь. Умудриться сдохнуть. Брони тоже, блядь, и провокатору тоже. Я слово метеор закрыл. Голем, чей голем? Да, еще второй раз. Второй луч ушел в голема. В голема? Тогда окей. Может быть, может даже мой. А первый луч? Сандр, беги, дай диван. Я тысячу раз говорил по поводу петов, блядь, что на ласт фазе. Я, блядь, не должен пет под бок. Ну давайте падайте уже быстрее. Че вы там два человека бегаете? В шипы забегите, время-то идет. Так Келя не успеть убить. Мы уже не успеваем его убить. У нас полчаса осталось. У нас осталось время только на джан. Шипы не хотят убивать. Прыгайте вниз и все. Чем к Джане подходить? Под купол зайди и все. Да я спрыгнул. Давай, ты что на второй фазе не забираешь? Там обычно. Сейчас Мишка поднимал. Что? Мишка забирал. Рестор шаман, не вынесешь еще раз дебаф на второй фазе, тоже начищу. Но мне по 10 стаков больновато держать, у меня ни какого саппорта нет. Да, ты забираешь, чтобы ей проще и мне было. Давай на второй фазе вдвоем будем, и все. Как скинулось, так и забирайте. Окей. Кто в коте? Сейчас подойду. Кто в коте на боссе? Тимыч. Ничего нету, вижу. Последний раз я вижу. Еще раз, чего? Еще раз говорю, последний раз я вижу, что ты от метеора, блядь, ёбаешь другую, блядь, сторону. Когда метеор. Так я наоборот вот их закрывал. Я с дебафом только выходил. 300. Ну, на мне дебаф был вот этот огонь, который я поэтому выбегал. Надо вместо кого-нибудь зайти, не? У тебя лагает сильно, ничего не понятно. У кого? У меня? Ну пианист, он там что-то говорит, его вообще непонятно, что он говорит. Его понятно, только он тихо очень говорит. У меня он заедает. Типа на 200 стоит, я все равно его плохо слышу. А как бы поставили, да? Фонзера Дамару, блядь, на куполе словить эфир еще раз. То же самое будет начисление. Адмирал, закинь на форум то, что в петов уходит. Угу. Я не эфир словил, я шипы побежал, когда сказали вложиться. По поводу петов бах-репорт есть. Адмирал тут? Да, да. Запускай. Ну то, обнимите, пожалуйста. Эфир работает, если ты в каст этого смотришь, тебя эфиряет. На определенном ранже. Лапу баф. Бафните лап. Дроиды.
интеллект обновить. Дамару, если можешь, бей. Не можешь, не бей. ДЦ проверь, на этом пуле антифир работает. Не надо. Смысловой не работает. Я, блядь, не... говорю ему не специально поворачиваться лицом, а если вдруг он как-нибудь боком его сцепит, и у него просто спадет. Здесь вообще никакие варианты антифира не работают. Уже все проверил. А, все, понял. Бабл поработает, да. Конечно, правильно. Сбежались. РДД свечнулись. Сбежались. Обратно сбежались. РДД свечнулись, милики прибежали. Шторм 10 секунд. Инер пугаются. Разбежались.
сближаются. Иди его там, фига валяется, фига не тебе. А тогда свечнулись. Какой это каст был по счету? Второй или третий? Через 28 секунд будет следующий шторм. Дистанцию набрали? Разбежались? Разбежались. Сжались. Стопните его и... Иди проводи тут, хватит. Стопнули его я, не бьем. Точечно играйте. Свичнулись. Нет, там встали. Мильки завьешь, ты трэш. Не разбежались по меткам. Прожали кнопку. Скажешь, когда? Лучи. Метки. Метеоры. Лучи. Метки. После метеоров сразу поползут. Бля, Женька за сливки, а мне дебаф. Женька, дайте, по Женьку сокру. Мастер аур дайте. Папа, да. Спасибо. Тимыч, поднимешь. Лучи. Розелину поднимите. Тимыч поднимет Розелину. Метки. Метеора. Пробахайте его. Ну-ка, зачем с дебафом? Лучи. Метки. Владимир, каску опять поразили, не дайте.
Ползут. Лучше. Метки. Метеора. Лучи. Метки. Метеора. Помогите закрыть, Денчик. Нарсия, Локи поднимешь. Лучи. Брун меня. Метки. Я один метеор закрыл. Ползур. Коллапса не будет. Брун, меня сразу же поднимешь. Кто это? На жизнь как все скидал. Все сюда обновить. Оно через 3 минуты слетит. Не знаю, кто мне. Повторю еще раз. Перемените скрота. Луч. Опять стоят големы. И пэт локовский тоже. Я ставил. Локи, убери оттуда пэта своего. Натиск. Буря, а он назад пронял. Геру дали. Метки. Разбили метки сразу. Соседние в первую очередь разбиваются. Натиск. Одинокого разбейте. Десять секунд купол. Буря. Даркис Япончик. Купол. СС, уже не купол. Купол. Там пэт. Норти, после купола встанешь. Женек, сильно вперед убегаешь. Провокатор тоже. Идите кучей одной большой.
если стать. Все в метку встали. Луч. Буря, девка Денчик. Луч. Сместились. Сместились вправо. Метки. Метки сразу разбить, потому что может быть нафиг. Буря. Адмирал или назад. Метки. Разбили соседние в первую очередь. Буря. Никита свой. Буря. Фростгорн. Метки. Метки. Разбивайте сразу. Соседние в первую очередь. Косты кикайте. Буря. Хилы, два хила. Метки. Да, заебись, я нажал перерождение. Нихуя. Лежу. Ха. Разбили. Заебись. Буря, девка, япончик. Через 2 минуты откатится Б. Натиск. Купол через 15 секунд. Сейчас будет купол. Пять секунд купол. Буря. Денчик Ханзер. Тимыч, поднимешь Нарсию. Можем до отката Бэра бегать. Блин, тут уже народа очень мало. 17 лямов. Нет, там метки будут, это будет лайф. Ну, может, добежим до Бэров? И что, 3 Бэра спасут нас? 3 Бэра не спасут. По-моему. Да, топовый блинк. Не ложитесь. Забегите. Падать? Да. Купол забегите в сам. К Джайне. К
У нас времени на последний пул остался. Давно она так метками не душила. Она, по-моему, вообще так никогда не душила метками. Нет, было, было. Чё, еще бы не было херовых лучей настолько. Угу. Лучи вообще пиздец. Там говорят, сместитесь вправо, все равно луч настиг. Дей, как так? Я с блинком еле-еле ушел. Мы еще до коста луча сказали уйти вправо. Нам по катализаторам. Времени осталось еще на последний пул. 5 минут на последний пул. У нас сбор когда прошел? Так и черт. Ровно. Нет. Да. Не вровно. Поднимите остальных. Дамару Драгонса не меняйте, это вагон и пиздец на этом боссе. Тут у них толку нету вообще. Вроде второй пул, а дохнуть все равно. Дервуль Фрей тогда. Бервульф здесь? Рога? Здесь. Это, погоди, это, рты через 4 минуты заканчиваются, меня, меня. Позже был сбор. Так и чё? Тебе уйти надо? Ну да, у меня всё, мне в ресторан идти надо. У меня уже гости и родственники собираются туда. Просто чё упала? Прилив, да? Да. Да, слеча прилив хаос. Значит, потом будете возвращаться на этого, на Джайна. В 12 был сбор, я ничего не знаю. 3 минуты до окончания РТ осталось. Я отсидел свое. Мне надо идти денюху праздновать. Так что все, с меня спроса нет. Да, старый, кстати, с днем рождения тебя еще раз. Спасибо. Старый теперь официально старый? Он теперь колдырь. Надо выдать. Вот говорил про петов, блять. Один хуй стоят под боссом петы. А что, можно ЕП получить? А по-моему его начисляли. Нет, ну, нет, часть какую-то начисляли. За первый квартал я 1000 начислил. Лёха, даю гарантию, зайдешь в рейд, убьем с первого пула. В смысле за первый квартал 1000? Ты имеешь это вместе с этим приходом? С приходом, да. Тогда получается раз. Все, я выходить не буду, ЕП дадите. Давайте, 6, удачи 6, вам. 6. Лёха, ты компа? Лёш, зайдешь на последний пул? Да делайте рот. 1700. Ну тогда начислим. Сейчас знам. Лёх, ты возле нет. Компа? Нет, курю. А луч криво из-за того, что пета рядом, я что-то не понимаю. Да, может в пету входить, да.